Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Ненецкая песня «Савасё». В этом году она пройдет в онлайн-формате. Участниками «Савасё» могут стать носители ненецкой культуры, которая демонстрирует ее богатство, красоту и разнообразие. Это творческие коллективы и отдельные исполнители, мастера и художники из Нарьян-Мара и окружных населенных пунктов, гости с Ямала. Дарина Вокуева к конкурсу готовится уже более 2 недель. Девушка не так давно занимается вокалом, однако занимала первые места в конкурсе «Савасё». Вот и на этот раз Дарина настроена на победу. Это песня о любви. Молодая девушка увидела на холме, как к ней едет ее молодой человек. Вот в это время она поет эту песню и шьет ему обувь пимы, также шьет красивый наряд панице. Юбилейный 10-й окружной конкурс исполнителей ненецкой песни «Савасё» в этом году пройдет в заочной форме. Все участники направят видео с номером своего выступления. У нас 4 номинации. Mm-hmm. Это у нас исполнение старинной ненецкой песни, исполнение современной ненецкой песни, коллективное исполнение ненецких песен и вокально-инструментальные ансамбли. Участник может подать заявки в несколько номинаций, но предъявить в каждой из них не более 1 номера. Заявки принимаются до 10 марта. У нас у каждой номинации есть свои категории оценок. Ну, например, это исполнение на ненецком языке, обязательно это традиционная ненецкая одежда. Вот. И, конечно же, инструменты. Конкурс пройдет с 15 по 26 марта. На странице этнокультурного центра в социальной сети ВКонтакте будут публиковать номера участников. 26 марта подведут итоги и назовут победителей. У нас по предыдущим конкурсам было уже выпущено 3 сборника по старинным песням. Есть нотированные сборники, есть обычные сборники с набором старинных песен. На данный момент на конкурс заявилось более 20 участников. Это не только жители региона, но и соседи Ямало-Ненецкий округ. Наталья Дуркина, Леонид Шишелов, телеканал «Север».